Всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чегеря, вот это реакция на клип «Масло черного тмина». Режиссер Айсултан Сеитов, и это уже значит то, что работа будет очень крутая. И по первому кадру видно, как выстроен кадр, и два цвета, середина и масло в середине, в центре. В общем, круто, давайте заценим. Номер, пока у нас была чернильница из кобальтового стекла, чаша джамшина, мое пурпурное сердце. Я поднимаюсь по лестнице. Какой-то канал классической музыки за томными блеклыми веками, никому неведомым миром. Желание рассказать о лебеде, какой он белый, о последней телеге, о повозке торговца льдом. Жидкие звезды под капюшоном, и комната вся в самолетах. Молись на конец света, широко ухмыляясь во мраке. Зернистые ЧБ фото, два сынекута, под ногами разрывались петарды великолепного. Мы расходились искать ночлег. Хлеб утолит твой голод, хлеб утолит твой голод. Свитеры секонд-хенда, резкая смена темпа. Класс. И все сожгло. Так спокойно стоит, курит. Упс. Класс. Но я думаю, конечно, кончится так же, как и началось. Тогда было бы циклично. Но, в принципе, норм. Кто это? Нефтяники, что ли? Нефть это там загорелась. Кадры красивые. Кстати, самолет тоже. Это военный какой-то, может, самолет. Так. Нравится, ну, понравилось и тона черно-белые, и потом желтый. Вот, ну, все в стиле, и все так, мне кажется, сделано, как нравится самому маслу. Вот. Особо какой-то посыл я не уловил, но работа, конечно, красивая. И этот столб пламени вообще. Какой высоты, интересно? Не знаю. Как вам? Пишите в комментариях.
Мне кажется, это очередная крутейшая работа. Совместная их. Ну, не сравнится, конечно, с... Как назывался там? Кенши, что ли? Ну, такая, типа, как короткий метр. Вот. Но тоже очень неплохо. Увидимся в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.